Привет, я Валерий Привалов. Сегодня расскажу о еще одной новинке от X-Play, 7-дюймовом планшетном компьютере X-Play Hit 3G. Разрешение экрана 1024x600. Частота процессора 1300 МГц. Количество ядер 2. Немножко маловато оперативной памяти 512 МБ. Встроенная память 4 ГБ. Две фотокамеры, одна 2 мегапикселя, основная и фронтальная 0.3. Операционная система Android 4.2. Планшет довольно-таки тонкий, написано 9 мм. И производит как бы впечатление большого смартфона. Поддержка двух сим-карт, есть Wi-Fi, Bluetooth, GPS, поддержка голосовой связи представлена хорошо. Для этого даже есть небольшой динамик, вот здесь располагается, а также в настройках можно на вкладке экран включить датчик приближения. Поддержка USB хоста. При загрузке системы, конечно, сразу бросается в глаза отсутствие Google сервиса. Здесь только Яндекс Стор и, соответственно, яндексовские сервисы. Play Market легко установить. Вверху панель состояния. С одной стороны доступ ко всем параметрам, которые происходили только что. С другой стороны ко всем основным настройкам. Можно подключить Wi-Fi. Соответственно, Play Market у меня установлен. Запускаем Play Market. Все можно устанавливать. Настроечки. Боковая панель очень удобно сделана. Здесь расположены ярлыки для основных функций. Внизу расположены, кроме кнопки возврата, кнопки домой и кнопки приложений, только что открыты. Еще кнопка скриншотов экрана. Планшет мне понравился. Особенно ценой. Скриншот, вот, пожалуйста, можем посмотреть. Пока я доволен. На этом заканчиваю. Всего доброго.